Всем привет! Меня зовут Ольга Андреева, Санкт-Петербург. Мне 44 года. Я участвую в номинации «Миссис Белишар 3650». Я замужем. У меня есть любимый человек. Мы вместе уже 25 лет. У меня есть прекрасная дочь. Ее зовут Лизонька, мое солнышко. Вот. Она учится в университете на дизайнера. Я работаю в детской школе искусств. Концертмейстер, мастер концерта. Для меня мой мир – это моя музыка. Я, поскольку работаю в сфере искусства, очень люблю музыку, люблю чувствовать музыку, люблю исполнять музыку, люблю слушать музыку. И, конечно же, танец как отдельная частица искусства, конечно же, также она неразрывно связана с музыкой. Танцами я занимаюсь в школе Ольги Нур. У меня есть свой проект, который я мечтаю осуществить. Он связан с танцами, музыкой и вокалом. Этот конкурс – это для меня новое приключение, новые эмоции. Конечно же, я никогда не участвовала в конкурсе красоты, и мне хотелось попробовать. Болейте за меня!